Не раз встречаясь на различных спортивных соревнованиях с сотрудниками ядерного центра, специалисты приборостроительного завода из Трехгорного всегда отмечали высокий уровень физической подготовки саровчан. И когда представилась возможность скрестить ракетки в рамках турнира «Мирный атом», трехгорцы собрали две команды против трех из нашего города. Хотели посмотреть, где тренируются наши конкуренты, вот, какие у них тут условия, ну и посмотреть город. В результате упорной борьбы саровчан и трехгорцев победа досталась гостям турнира. На баскетбольной площадке также развернулись серьезные спортивные баталии. За главный приз боролись команды Сарова, Заречного, Озерска и Нижнего Новгорода. Турнир баскетбольный «Мирный атом», но он у нас проходит регулярно. Это традиционный турнир, он уже порядка 15 лет проводится. И стараемся привлекать к этому турниру именно предприятия, сотрудников предприятий нашей отрасли. Закрыли сезон по летним видам спорта и те, кто хотел сдать нормы ГТО. Пробежать за отведенное время несколько километров, потом взять в руки винтовку и выбить максимальное количество очков на мишени. Оружие электронное, нет пугающих звуков выстрелов. Но выровнять дыхание после физической нагрузки получается с трудом. А впереди еще несколько дисциплин. Плавание, бег 2000-3000 метров, прыжки в длину, стрельба, отжимания, ну еще вот по заявкам. Сделали еще одно дополнительный вид 60 метров. Традиционно сдача норм ГТО привлекает все больше сотрудников ядерного центра, так как прежде всего это соревнование с самим собой, проверка собственных способностей и оценка физической формы. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.